Где? Слышь, а ты что в поле ночевал? А что это тебе на башке? Дим, присаживайся. Сажусь, метр вчера... спокойно. Сади, Дим. Сядь, время, не время. Мелькай, Димон. Слышь, вчера... Да сядь, уже успокойся. Дима, ты на тебя нет. Дима, микрофон. На корпоративе вчера хорошим выступал на мясо-молочном комбинате. Нормально? Дали, ну мяском дали, ничего. Первый тайм, да? Мы уже отыграли. Прикольно. Лёнь, а вот эта вещь, голос не похоже на тебя. Не похоже на меня. Просто так, Пелагея. Не похоже. Не надо петь. Не, нормально. Так, ребят, скоро начинаем работать там. Как там службы? Где? Работаем? Нет? Дим, завязывай, сейчас прикольно. Диму колбасит. Нормально. Работаем, ребят, нет? Да. Фонограмма где там? Да, видите, хорошо. Не похоже. Слава богу, что не похоже. Не дай бог. Не скажешь? Не зарекайся. Так все, работаем, все. Все, работай. Дима. Так что молчим? А что я... Что я петь должна, что ли? Тихо, я узнал. Прикольно. Это женщина из юмора. Прикольно. Интересный тембр такой, да, такой... Бельканто какой-то такой. Ну, пока не расслышал, да. Но что-то есть такое. Что да? Вы нам исполните, барышня? Что вы говорите, не поняла я? Что? Я говорю, что молчите, голубушка? А что делать-то? Начинайте. А? Что говорите? Начинайте уже. Так это... Начинать? Ага. Ну, начинать. Вы не против? Я с пола начну. Мы за. А? С пола. А какой пол? Пол Маккартни? Честно говоря, не уточнили. Мне по большому счету все равно, понимаете? Мне просто сказали прийти и начать с пола, все. Я как бы готова. Можно начинать? Начинай. Прикольно. Ну, и чего вы не начинаете? Начинайте. Чего не начинаете? Я уже давно начала, что вы такое говорите? Я уже скоро закончу. Смешная. Наверное, волнуюсь. Вы волнуетесь? Я не волнуюсь, Сережа. Чего не волноваться? Я столько лет в этой профессии, извините. Я как рыба в воде. А что ж ты не начинаешь? Что не начинаешь? Ты что, расстраиваешься? Чего не начинаю? Чего расстраиваюсь? Я бы немножко расстраиваюсь. Потому что я целый день на ногах, это вы тут сидите языками болтаете. Туда-сюда, понимаешь ли, это у вас свои развлечения, у меня свои. Стоп! Я уже чувствую по тембру такой, знаете, Джефферсон Стейдж, Пивинка Хоббиса, Флитвуд Мэк, Назарет, Слейд. Это же вещи хорошие. Кстати, Дима. Как у вас? Дима, спокойно. Девушка, как у вас с низами? Кому вы больше предпочтения отдаете? Где вы больше чувствуете себя лучше, вверху или внизу? Девушка! Внизу мне удобнее, внизу! Моя тема, моя. Вверху я не дотягиваю. Иногда, знаете, приходит так не дотягивают, что приходится мне белья использовать. Брат-нотуля. Она нотуля. Сказала, скажите, а как у вас с вибрато? А почему вас это интересует? У вас есть вибрато? Слушайте, я вообще-то порядочная женщина, у меня муж есть, понятно? Мне эта гадость не нужна. Допустим, мы вас выбрали, да? Да, барышня, слушайте меня, нет? Скажем, мы вас выбрали. У меня такой вопрос. Кому из нас вы бы пошли? Вот я кому думаю, из нас? Я думаю, это моя, ребята. Моя. Она берет низа, все берет, все берет. Берет. Это мой клиент. Да никому из вас я бы не пошла. Я что, дура? По намытому ходить. По намытому?
Слушай, в этом есть поэзия, да? Помытая. Вишная. В этом есть кайф определенный, а? А что, что, прикольно, да? Ну так спойте же нам. Так может, что-нибудь поете? Вы спойте нам, мы же ждем. Давайте, спойте. Давайте, больше молчите. Прикольная такая. Не, если мне, конечно, доплатить. Эх, надоело жить. Мне как загнанная лошадь. Ох, ты видишь. Моя. Я хочу на коне. Жаль, мне конь помочь не хочет. Жас. Дуру взяла кредит. Аретта Франклин. Аретта Франклин. Голос похож. Жаль, мне теперь предстоит. Год корячиться козою. Герой! Вот ты, блин, по намытому прёте! А что у вас тут? В артисты отбирали? Фу ты, мать честная, предупреждать же ж надо! Новым годом! Новым годом! Новым годом!